Здравствуйте, это новости на ЗАП-ТВ, спонсор показа магазин Home Market. Мои коллеги и я, Юлия Сидельникова, расскажем о главных темах первого дня этой рабочей недели. Сначала настоящие баталии в краевой администрации разворачивались вокруг перекопанных дорог. Теперь настала очередь строительных работ, а точнее нарушения всех сроков. Подробности расскажем далее. В рамках реализации национальных проектов Забайкалье охватило масштабное строительство, только, как оказалось, ненадолго. Возведение новых объектов продвигается плохо и в этот раз не по вине подрядчиков. Сейчас под горячую руку попало Министерство образования. Злополучные школьные туалеты, которые должны быть теплыми, ведь все делается для комфорта детей, почему-то не дают покоя министру Андрею Томских. Видимо, руки до строительства не доходят. Очень долго у нас КС лежат на оплате. Со слов глав муниципалитетов, со слов подрядчиков, иногда это бывает и 2-3 месяца. Основные претензии к Министерству образования. Алексей Викторович Казаков, прошу начать служебную проверку. ИО первого зампреда правительства назвал такие действия саботажем и в утвердительной форме добавил, что даже во время проверки, которая, к слову, уже вторая за месяц, оплата подрядным организациям должна осуществляться без задержек. Также было сказано о возможном провале нацпроектов. Будем выглядеть очень смешно, если мы в конце года не используем и вернем это все. Мало того, что мы не построим объекты, дороги, мосты, школы, больницы, так в следующем году нам урежут и дадут еще меньше. Это недопустимо. Такая ситуация сейчас и с яслисадами наблюдается, и по многим другим объектам. Каждый будет нести персональную ответственность. Можно ли считать это предсказанием, пока не ясно. Далее все пошло по плану. Евгения Батуева доложила, что в некоторых школах нет тепла. Но поводов, как ни странно, для паники нет. Не подключены в связи с проведением капитального ремонта. Ну, дети, если это школа, обучаются в старом корпусе, и как бы на отопление это не влияет. Наверное, министр хотела сказать, что на обучение это не влияет, но вышло так, что школьники теплу пока что не мешают. Также стоит подробнее остановиться на докладе Михаила Чуркина, который отвечает за инвестиционное развитие края. Но, кажется, занимается только корреспонденцией, отправкой разнообразных писем. Ведь на каждом оперативном совещании он рассказывает именно об этом. По плану ускоренного социально-экономического развития на прошлой неделе он был отправлен Минфина России, правительство России, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. По информации, полученной от аппарата правительства, доработанный план будет направлен на этой неделе в ФАИВы. И надо будет начинать уже системную работу по обоснованию, согласованию. После такого глубокого вздоха будто действительно понимаешь, что нелегкая эта работа – быть зампредом правительства по инвестиционному развитию. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Родильный дом Читы обратился в прокуратуру после выхода в эфире ЗАП-ТВ сюжета о найденных в лесу возле поселка Антипиха медицинских отходов с остатками крови. Медучреждение попросило привлечь к ответственности предпринимателя, который утилизировал опасные биоматериалы в лесной зоне. В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. За июль-август регулятор направил операторам связи информацию о свыше 2500 номеров, с которых поступали звонки клиентам банков. В результате операторы в 200 случаях заблокировали номер, в 59 ввели ограничения на использование финансовых сервисов. Подмена номера банка была выявлена в 198 случаях. Суд обязал Сретенскую районную больницу, расположенную в поселке Какуй, восстановить отделение скорой помощи в Сретенске. Как уточнили в прокуратуре, причиной для проверки и последовавшего суда стало обращение сотрудников больницы, не согласных с переводом отделения скорой медицинской помощи из райцентра. Я частенько смотрю ЗАП-ТВ, мне очень нравится, потому что
особенно новостные передачи, потому что мне кажется, что это правдивые, искренние, честные новости о городе, об нашем крае. Мне очень импонирует, что корреспонденты ЗАП-ТВ не боятся задавать не очень приятные, а порой очень неприятные вопросы руководителям разных рангов. Я желаю всем смотреть ЗАП-ТВ. Удачи каналу. Вы делаете большое дело, хорошую работу. Те рейтинговые оценки, которые вы получили, высокие, говорят о том, что Забайкальский край может быть не на 84-м месте по определенным показателям, а, например, на 13-м. Как заканчиваете день, чтобы немножко разгрузиться, успокоиться? Иногда это глянуть что-нибудь, что происходит на ЗАП-ТВ или ЗАП-РУ. То есть я там еду, бегу или там что-то жую, я там смотрю, ну что у нас хоть происходит в обществе, что за пределами Чайковского 8, там и тех объектов, которые мы за день успели посетить, там происходит. Смотрю с удовольствием ЗАП-ТВ. ЗАП-ТВ предоставляет качественную доступную информацию о ходе реализуемых мероприятий. С удовольствием смотрю, потому что можно отслеживать и ход выполняемых нами работ. Смотрите ЗАП-ТВ вместе со мной. ЗАП-ТВ я смотрю регулярно, у меня в планшете подписочка. Каждое утро я включаю в рамках политинформации, потому что на ЗАП-ТВ освещаются самые интересные, самые свежие, самые злободневные темы. С ЗАП-ТВ мы в тесном сотрудничестве. У них замечательные журналисты, которые с удовольствием приходят к нам на контакт, освещают наши проблемы, наши достижения. Смотрите ЗАП-ТВ, потому что это очень круто. Ветераны Великой Отечественной войны в нашей стране имеют возможность получить новую квартиру или провести капитальный ремонт. Таким правом решила воспользоваться и читинка Нина Никифоровна Шулаева. Как на самом деле реализуются указы президента, расскажет Оксана Суслина. Нина Никифоровна живет в небольшом деревянном доме вот уже на протяжении 40 лет. Еще в 80-х купила его недостроенным, вложила средства. Дом стал родным для нее и ее двух дочерей, которые здесь выросли. Сейчас бабушке 89, ее дом обветшал, справляться с ремонтом не под силу. Крыша прохудилась, во время дождей женщина спасает свои вещи, укрывая их от воды. Ей подсказали, можно воспользоваться законным правом на ремонт жилья, который предусмотрен поручением президента. Пишите заявление, что вам надо ремонт. Там сделать. Я написала заявление, значит, и это 3 года тому назад. И с этого дня все пошло. Денег нету, потом, значит, выделили очень мало, типа 50 тысяч, что ли. Я говорю, ну, если так где-нибудь в коттеджах, которые теперь строят, то на хороший замок даже не хватит. Ну, вот, как видите, одно лето, второе лето, а нынешнее лето, я говорю, ну, в конце концов-то, начали только нынче. Решили, наверное, скоро юбилей, и надо какую-то галочку делать, задавит тебя, понятно, не задавит, доживай. Сейчас дом Нины Никифоровны больше похож на избушку, в которой тепла и уюта давно уже нет. Кругом подтеки от воды, неровная перегородка от тяжести потолка и постоянной сырости уже стала неровной. Текло только тут у меня сначала, вот здесь вот, вот как бы подтекало. А потом вот все и до самого конца. Вот там тоже все это до самой той стены. Это там. После ремонта у вас все потекло? Это после ремонта крыши все потекло. Здесь, значит, тоже потекло. Ну и я говорю, так что же это такое? Ну, обратилась, конечно, вы делаете, значит, там. У меня есть ответ этого Калмыкова, что еще к 20 июня должны все закончить и сделать хотя бы так, что оторвать-то оторвали все эти и фронтоны, и все, но их не доделали. Тут все сгнило. Я говорю, да к новому дому ремонт не делают. Естественно, он за 40 лет подгнил. Ремонт проводила компания «Регионстрой». Строители должны были выполнить работы в срок, но пока одна бригада сменяется другой, дело стоит на месте. А впереди зима. В апреле 2019 года между Комитетом городского хозяйства, администрации городского округа города Чита и нашей строительной компанией был заключен договор на проведение работ по ремонту кровли данного дома. Работы нашей организации были выполнены в сроки, установленные договором, с соблюдением строительных норм и правил.
Через некоторое время, это период август 2019 года, к нам поступило устное обращение руководителей администрации городского округа город Чита произвести дополнительные работы по ремонту данной кровли. В рамках благотворительности нашей организации были проведены дополнительные работы. Работы данные были проведены за наш счет, да, никто нам не возместит эти дополнительные работы проведенные. Наша организация готова, да, закончить проведение этих дополнительных работ в рамках благотворительности, если будет нам предоставлен полный допуск в это жилое помещение, да, и на период проведения этих ремонтных работ собственник данного жилого помещения, ну, будет расселен. Работы мы планируем завершить в течение 14 дней с момента, когда нам будет предоставлен допуск в данное жилое помещение. Когда и куда Нина Никифоровна сможет уехать из своего дома, пока неизвестно. Как и неясно, будет ли все-таки завершен обещанный ремонт в доме ветерана. Но мы, конечно, это проверим. Оксана Суслина, Анастасия Шадрина, ЗапТВ. Прямо сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Это новости на ЗапТВ. Идем далее. Читу поглощает рекламная эпидемия. Пешеходная зона, тротуары, клумбы города сплошь в железных конструкциях и щитах. Почему власти города не могут справиться с этой ситуацией, знает Гуля Алхасова. Если во всех крупных цивилизованных городах России в клумбах растут декоративные цветы, то клумбы Читы населяют исключительно рекламные конструкции и куски вырытой земли, наспех брошенной в погоне за прибылью. И это в самом центре краевой столицы. Несколько дней назад произошло и вовсе глобальное нашествие железных сорняков. Теперь рекламный бурьян можно встретить по всей пешеходной части улицы Ленина, главное не стукнуться лбом. Тем временем в городской администрации, как и прежде, тишь да гладь, Божья благодать. По рекламным конструкциям, значит, демонтировано за неделю 22 рекламных конструкции, 18 лавочек. По контракту из 99, которые у нас по контракту, демонтирована 61 рекламная конструкция. Почему же тогда на еженедельных планерках о демонтированных конструкциях рассказывают с удовольствием, а о новых ни слова? Редакции ЗапТВ пришлось восполнить этот пробел. Вчера в интернете выложили, опять же, все-таки, как рекламщики ваши, наши и всех вместе устанавливают рекламные конструкции. Знаете где? Где люди ходят. Кто им там разрешение дал? В интернете почитайте, выложили. Вот съездил у нас ЗапТВ, сфотографировали, скинули мне, потом выложили в интернет. Говорит, Александр Михайлович, а как ходить здесь? Скажите нам, пожалуйста. Я мне ответил, что пока как ходить. Возмутился положением дел и новоиспеченный глава города Евгений Ярилов. Хотя кому, как не ему, депутату городской думы, знать о хаосе на рекламном рынке. Буквально недавно сам стал свидетелем данной ситуации. Будучи директором Забайкальского института железнодорожного транспорта, смотрю в окно, устанавливаю рекламную конструкцию. Вышел, говорю, ребята, покажите документы. Показывают документы. И в этих документах 100 метров, вот где хотите, вот там и ставьте, пожалуйста. Я говорю, это как так? Читаю, подписано постановление Ярушина. То есть не указана точка, где им дан вот право устанавливать на протяжении 100 метров. Это что такое? Это мы так городом командуем? Ну хорошо, я вмешался. Хорошо, я депутат. Хорошо, уже полгорода знало, что я буду главой города. Комитет быстренько отработал. Ну, во-первых, я скажу, что рекламные конструкции устанавливаются в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной депутатами городской думы. Это раз. К сожалению, в этой схеме точной привязки нету, потому что в свое время комитету не были выделены средства на координирование вот этих точных мест расположения рекламных конструкций.
Разрешение на установку рекламных конструкций дается в том числе и комитетом городского хозяйства, объяснял Денис Ярушин. Но все тщетно. Я вас услышал. У нас всегда, Денис Сергеевич, виноваты все, только не вы. Можно я закончу? Не надо мне заканчивать, я понял ваш доклад. У вас постоянно виноваты все. И вот эту рекламу, которую поставили, сегодня разобраться на пешеходах. Константин Борисович, ордера не выдавать сегодняшнего дня. Ни одному рекламщику. Если они будут писать претензию, они пусть пишут на Ярушина претензию. И пусть сегодня ведут в суд, и с ним разбираются в суде. Денис Сергеевич, если Дума приняла, а вы видите, что это не работает, где документ в Думу, чтобы мы пересмотрели и внесли поправки? Есть этот документ? Не играйте со мной в пас. Разговоры о том, что пора навести порядок на рекламном рынке, идут давно. На планерках в администрации регулярно. Однако на деле ситуация только ухудшается. Слова, просьбы, поручения не дают ничего. Сотрудники комитета архитектуры пожимают плечами и откровенно признаются, уже не в силах бороться с беспределом рекламщиков. Ведь этот бардак отчасти законный. Впрочем, уже скоро в городской думе депутаты смогут принять поправки, запрещающие фирмам ставить щиты там, где им захочется. Документы уже готовят. Гуля Алхасова, Ирина Петрова, ЗапТВ. Чиновница из Шалапугина одержала победу в конкурсе «Моя страна, моя Россия». История победы и как воплощается в жизнь проект парковой зоны «Война и мир» расскажет Вячеслав Бортницкий. Забайкальский край, село Шалапугина. Тут все рядом. Изваяние Ленина, администрация, казначейство, мировой суд, школа, прокуратура, ЗАГС. «Война и мир» тут тоже соседи. «Война и мир» – это название проекта парковой зоны села. Своим появлением он обязан Наталье Черенцовой. Наталья Черенцова работает специалистом по молодежной политике в администрации района. Человек очень инициативный, позитивный, креативный. В этом году она участвовала в большом проекте «Моя страна, моя Россия», конкретно архитектурный образ моей малой родины, и предложила проект такой «Война и мир». Я думаю, вот это развитие и участие молодежи, значит, в развитии нашего села, нашего района очень важно. Название «Война и мир» очень удачно описывает проект парковой зоны. С одной стороны, мемориал воинской славы с грозной гаубицей, с другой – живописные арт-объекты для памятных мгновений, свиданий или свадеб. За 16 лет существования конкурса в нем приняло участие уже более 90 тысяч человек. В этом году проект Натальи оценили как заслуживающий победы и воплощение в жизнь. Было волнительно. Само участие в таком масштабном мероприятии для меня, конечно, было очень волнительно. Я думала, что я никогда не полечу на самолете, а здесь 6 полетов и вообще очень положительные эмоции. Торжественная церемония награждения, все очень прошло замечательно. И радость от победы, конечно, безгранична. Работы еще идут, но уже сейчас сделано многое. Наталья своим детищем горит, это заметно каждому. Предполагается, что молодые люди будут проходить через аллею, останавливаться около сердца. Затем арт-объект, который находится за моей спиной, он называется «Дерево влюбленных». Молодые люди могут в знак любви и верности повесить замочек. А выдержит? Много выдержит. А сколько примерно пар у вас в год есть? Ну, около 30-40 пар регистрируют свой брак в нашем районе. «Моя страна, моя Россия» – это проект для тех, кто любит нашу страну, кто хочет деятельно участвовать в ее развитии и преобразовании. Этой осенью начнется новый сезон конкурса. Подобную информацию о нем можно узнать на сайте www.mayastrana.ru. Суть нашего проекта и вообще суть многих кадровых проектов, которые реализуются в отношении молодежи, большой путь начинается с малой родины. Зачастую первый шаг, который делает школьник, студент, молодой профессионал, становится началом очень большого пути. И мы уверены, что выпускники нашего конкурса сделают свой большой путь, свою большую дорогу на профессиональном поприще, в бизнесе, в карьере. А начнут они с нашего конкурса. Вячеслав Бортницкий, Владимир Николаев, ЗапТВ. Памятник радовал жителей КСК недолго. Нам стало известно, что монумент частично сломан. Повреждены фигуры солдат, разбита мемориальная доска. Дети сидят на памятнике, как на игровом аттракционе. Подробности расскажет Виктор Соловьев. И мы поймем друг друга, нам лишних слов не надо. Глаза его засветятся особенным огнем.
ребят своих мы вспомним наши горы. А после нашей песни негромко пропоем. 24 сентября сотни людей пришли на это место, чтобы почтить память забайкальских бойцов, которые отдали жизнь во имя Родины. Отцы и матери с фотографиями погибших сыновей, братья по оружию, будущие воины российской армии и просто неравнодушные читинцы. Все скорбят по утрате. Создание таких памятников нужно и важно для того, чтобы помнить подвиги великих людей. Но спустя несколько дней фигуры солдат были частично разрушены. Вандализм или неосторожность? Я дитя войны, я учительница, вы что? Это же просто варварство. Ой, я не знаю, ну это вот, это вообще-то кощунство, и вообще это я даже не могу сказать. Дети лазят и беспрепятственно вечером, и днем очень много. Нужно воспитывать детей, пока они в таком возрасте, и все это объяснять, что можно, что нельзя, приучать детей к порядку, что мусор здесь нельзя бросать. Чтобы отучить детей ломать скульптуры, нужна серьезная работа в школах. Ребенок должен понимать, что такое памятник и чем он отличается от аттракциона. Авторы и исполнители композиции расстроены, им жаль только свой труд. Надо беречь то, что сделано руками людей, именно, как говорится, в память об участниках локальных войн. Я считаю, если это взрослые сделали, то это... натуральный вандализм. Но дети есть дети. Товарищи родители, господа, давайте воспитывать детей, чтобы такого, ну, как бы, избежать. Здесь все-таки достаточно прочный каркас. Вот. Но единственное, что установлено недавно, и, конечно, хотелось бы, чтобы никто не трогал пока какое-то время это все. Понимаете, я просто человек, который это делал. Здесь, наверное, более серьезные инстанции должны этим заниматься. То есть камеры там поставить, еще что-то. Понимаете, это же, ну как, равносильно прийти на кладбище и что-то там сделать. Уже через несколько дней каменные бойцы словно на войне получили ранение. Теперь этих солдат планируют демонтировать и забрать, чтобы подлечить. Для того, чтобы сохранить памятник, власти Читы будут рассматривать вариант установки камер, предупреждающих табличек. Мемориальную доску уже пришлось убрать, потому что ее разбили и вовсе в первый же день открытия композиции. Но очень печально, потому что это плевок в память, плевок в тех, кто не может ответить, кого с нами уже нет. Не будьте равнодушными, это память... на века. Это то, с чем мы должны гордиться. Обращайте внимание на хулиганов, на вандалов, которые совершают такие действия. Помогайте правоохранительным органам, органам власти осуществлять контроль на данных объектах. Если так будет продолжаться и дальше, то открывать в Чите памятники смысла нет. С таким отношением к культуре город будет и дальше зарастать мусором. Пока выбрасывать отходы себе под нос, люди любят больше, чем созерцать памятники и статуи. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Без нитратов и химикатов, только натуральные продукты. В минувшую субботу в Чите прошла сельскохозяйственная ярмарка «Произведено в Забайкалье». Там побывала и наш корреспондент Гуля Алхасова. Ароматный мед, варенье из еловых шишек и полные мешки красночекойского золота, кедровых орехов. На сельскохозяйственной выставке «Произведено в Забайкалье» все свое, а потому в покупателях недостатка нет. Цены приятные, приемлемые, мяско купили, молочко, творожок, колбаску, все понравилось. Я мясо взял, мяса очень много. Нормальные цены, приемлемые. Мед и все прочее, ягоды, орехи, все в одном месте можно взять. Капуста, картофель, морковь, свекла. Для ароматного борща полный набор свежих и натуральных овощей. Продукция самых разных районов. Дульдургинского, Читинского, Улетовского, Магойтуйского, Агинского и даже Тунгокочинского. И венкийкой смогла почувствовать себя каждая. Сегодня здесь, наверное, вот более 50 тонн картофеля, где-то порядка, наверное, 35-40 тонн мяса. И все, что наши сельхозтоваропроизводители, личные подсобные хозяйства, подворья, крестьянские фермерские хозяйства производят на своих участках. Выращиваем для себя, поэтому без химикатов, все натуральное. Да. Потому что для себя, для своих детей.
Сельскохозяйственная ярмарка проводится в рамках традиционного праздника «Золотая осень» в Чите уже в 12-й раз. В этом году она проходила на территории торгово-развлекательного центра «Макси» и собрала рекордное количество людей. А это значит, что продолжение будет и не один раз. Гуля Алхасова, Анастасия Шадрина, ЗапТВ. Вы хотите стать хозяином своей судьбы? Построить дом мечты, добиться успеха? С чего начать? С основы, с земли. Возьмите дальневосточный гектар. Бесплатно, просто и быстро. И реализуйте свой проект при поддержке государства. Жить и работать на своей земле. На сегодня это все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Звоните в редакцию по номеру 415107. Не переключайтесь. Далее прогноз погоды с Кристиной Чебан. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на первом независимом ЗапТВ. Спонсоры прогноза погоды – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Ежегодно 1 октября отмечается День сухопутных войск России. Также в этот день отмечается Международный день пожилых людей и Международный день музыки. Сейчас о погоде. Во вторник в Чите будет пасмурно, местами возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Ночью будет 0-2 градуса, днем воздух прогреется до 13 градусов. Хорошего дня и до встречи в эфире! Thank you.